そして BS。 What? Diamonds。 Diamonds? The BS。 Uh-huh, the BS. Ah, I see. Это знаменитая улица Пикадилли, где находятся самые-самые дорогие гостиницы. И очень много магазинов здесь. Это одна из самых знаменитейших улиц с фонарями. Ночью все это будет гореть, будет очень-очень красиво. Кстати, я видела эти фонари в интернете. Про них писали, что в этом году они очень необычные. Да, на Пикадилли очень, находятся очень самые дорогие магазины. Настоящие английские. Вот, допустим, один из вот таких, да? Здесь продаются уникальные мужские аксессуары. В общем, красота, красота. Сегодня мы идем встречаться с нашим любимым Эндрю in a very, very posh place. So we are going right there. So we're heading up. It's a really beautiful place. Just walking around here already makes me feel good. Какая красивая улочка. Fortnum and Mason. He actually, I bought once my bag, my blue bag, I bought it here, yes. Cass and Kingston. And that is Fortnum and Mason, the most famous shop. Very luxury things in it. Even chocolates are very, very, very tasty in it. You see Duke Street, St. James. Смотрите на их. Это Fortnum & Mason. Самый знаменитый, один из самых знаменитых магазинов. Это как Harrods. Они красиво украсили свои витрины. Шикарные витрины, шикарные, шикарные. Какие двери у них красивые. Конечно, мы туда сегодня заходить не будем, но потом попозже я сюда еще приду. Красота! Боже, как это красиво! Вот еще сверху фонари, ангелы. Ночью, когда они горят, это просто безумно красиво. Картина, галерея. Как я люблю картины. Я обязательно буду покупать картины для своего дома. Обожаю картины. Это улочка, походу, где дальше продаются много-много картин. Они, наверное, стоят безумно-безумно дорого. Но не важно. Я все равно люблю. Вот еще одна картинная галерея. А здесь фотографы работают. А это место Кристис. Здесь проводятся самые знаменитые аукционы испокон веков. И здесь продают самые знаменитые картины в этом месте. Кристис. Помните? О, боже, как это красиво. Я люблю Лондон. Я все-таки его очень сильно люблю. Это всего лишь небольшой отрывок. У нас на улице Пикадилли будет продолжение. Смотрите нас дальше на канале Казашка. Ой, теперь даже не в Пекине, Казашка в Лондоне. Какие красивые тигры там, посмотрите. Они сделаны из фарфора. Какая красота. Вау.